Теперь к экономическим новостям. Курс рубля сегодня обновил минимумы по отношению к основным мировым валютам. На торгах московской биржи за доллар давали больше 66 рублей. Евро превысило отметку в 73 рубля. Происходящее на валютном рынке эксперты связывают с заметным снижением цен на нефть. Стоимость марки Brent сегодня опускалась до 47 долларов за баррель. Вместе с тем в российском правительстве полагают, что эта тенденция не может быть продолжительной. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на завтра, доллар 65.72, евро 72.71.